Ребята, всем привет и доброго времени. Боковая дверь сдвижная на Форде Транзите, нету окна. Сейчас мы будем его тонировать и посмотрите, как это у нас все удастся. Подготовка идет. Здесь столик, вода, тряпки, обязательно телевизор. И вот оно, само стекло. Смотрите, какое оно чистое, аж просвечивается. Ну что, начинаем. Перед тем, как наклеивать пленку, стекло надо хорошенечко вымыть и убрать весь мусор, который там есть. То есть клей от старой пленки, там точечки от сварки, что там еще на нем может быть, надписи, ну и так далее. В общем, протирайте, мойте, отмывайте прям хорошо. Потом будет меньше косяков под пленкой, там разводов, точечек, воздуха и всего остального. Потом берем вот так вот пленку, разматываем ее, обрезаем с запасом. И все, на этом начинаем ее отделять и сразу подготавливаем мыльный раствор. Подготовили, отделяем ее и сразу пропшикиваем. Вот так вот пропшикали ее. Вот, старайтесь отделять ровненько и без заломов. Потом перевернули, положили и шпателем, который есть в комплекте или своим, выгоняем воду в края. Выгнали первый слой воды, обрезали. Обрезайте так вот прям под углом, чтобы как бы на стекло заходило, чтобы не свисало, а прямо вот на стекле. Можно даже по стеклу так вот аккуратненько обрезать. Все, обрезали, потом выгоняем воду до конца. У нас вот печка-буржуйка, мы рядом с печкой, чтобы прогревалось стекло, чтобы не было минусовой температуры, ну и чтобы быстрее прогрелось. Кто феном греет, кто всякие пушки ставит, мы вот так вот рядом с печечкой. Иногда его крутили, поворачивали, чтобы края хорошенечко просохли, чтобы можно было без страха поставить резинку. Ну что, ребята, смотрите, вот такое вот у нас получилось. Видите, все такое ощущение, как будто зацарапано. Это мне, конечно, тоже не нравится. Это шпателем, когда разводишь, получаются вроде как такие вот царапинки. Вот. Но это самая дешевая тонировка, которая только есть. 300 рублей, это целый огромный рулон. 3 метра. Вот. Если брать подороже, то она уже идет, тонировка трехслойная. То есть вы слой снимаете, наклеиваете, она у вас высыхает, вы ее разглаживаете. И потом берете слой вот этот вот внутренний, снимаете, и у вас остается черная красивая тонировка без вот этих вот разводов. Но это дорогая тонировка. Ну что, ребята, смотрите, уже высохло, подсохло. Мы уже всунули веревочку, промазали здесь мылом. И сейчас будем ставить в машину, то есть сюда, в дверь. Сейчас посмотрите, как это все будет происходить. Ребята, вот эту вот резинку в окне, саму дверь, мажьте прям хорошо мылом, прям хорошенечко, чтобы можно было двигать, чтобы оно у вас там двигалось легко, чтобы можно было пододвинуть, чтобы стекло стало на свое место. Как здесь и было. Получается такой небольшой бандитский вариант. Другой. Темное. Грузовой вариант. Темное, красивое, хорошее, обалденное. Все возьмем. Вот так это выглядит изнутри. Ну что, ребята, всем добра, всем пока. И не бойтесь сами своими руками что-то делать. Как там ваша фраза, Сергей Иванович? Высылайте деньги? Нет. Здоровья и денег побольше. Нам или вам? Всем. Всем пока.